Качество проведения ямочного ремонта автодорог проверили одинцовские партийцы. Рейд в рамках проекта «Безопасные дороги» прошел на Верхнепролетарской и Сосновой улицах в 8-м микрорайоне Одинцова и улице Чистяковой в Новой Трехгорке. Единороссы пообщались с представителями подрядной организации «Одинцовская ДРСУ» и убедились, что работы выполняются в соответствии с необходимыми требованиями и будут завершены в срок.